Минуту молчания почтили погибших на траурном митинге в Кызылорде. Минута молчания проходила в здании областного акимата. Собравшиеся отдали дань уважения памяти погибших при исполнении служебного воинского долга сотрудников полиции и военных, а также жертв из числа мирного населения. Далее в мечети были прочитаны суры из Корана. Глава государства объявил 10 января днем общенационального траура. В этой связи Верховный муфтий распорядился о прочтении во всех мечетях страны сур из Корана за упокой души павших. По всей области сегодня мы также читаем дуга за мир в стране и стабильность, чтобы в нашем государстве такой трагедии больше не повторилось. Призываем население к единству.